Региональная избирательная комиссия заверила областной список кандидатов в депутаты Ивановской областной думы 6-го созыва. Первыми документы в избирком направили представители Ивановского регионального отделения партии «Единая Россия». Документы были представлены все в полном объеме, в том объеме, который требует законодательство. В результате в областном списке 29 человек, общая областная часть 3 человека, также 13 региональных групп соответствующими порядковыми номерами. Процедура выдвижения кандидатов в региональный парламент сейчас в самом разгаре. Представители 11 партий уже провели конференции и определились с кандидатами. Еще 3 партии организуют такие собрания в ближайшее время. Процедура выдвижения списков кандидатов у нас длится до 15 июля 18:00. Поэтому время у всех партий, у кандидатов, которые хотят быть самовыдвиженцами, еще имеется. Также члены избирательной комиссии приняли решение передачи вакантного мандата депутата областной думы 5-го созыва. Напомним, что в июне этого года скончался Геннадий Шутов. Представлять интересы КПРФ в региональном парламенте теперь будет Евгений Рябухин. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.